Всем привет, Ангер, ребята, и это видео о том, как я 24 часа пытаюсь быть более продуктивной, чем я обычно. Я надеюсь, что это видео вам очень понравится, так что ставьте лайки, а мы начинаем! Сижу, физику решаю. Ничего не понимаю. Завтра контроль. Короче, ребята, всем пока, всех люблю, целую, удачи. Я думаю, что вы тоже можете попробовать вот так вот 24 часа побыть каким-то продуктивным. Вот, но что я могу вам сказать, то что это довольно сложно, и сложно именно не то, как быть продуктивным, а то, как настроить себя, свой мозг на то, что нужно делать это сейчас. То, что нельзя это откладывать там, на другое какое-то время, а нужно делать именно сейчас. Вот это было самое сложное. Вот. Но так это огромный опыт, и я думаю, что, возможно, я буду более продуктивным после этого видео. Всех люблю!